Приемная кампания в самом разгаре. До окончания приема заявлений осталось чуть меньше 3 недель. В этот волнительный период абитуриенту как никогда важна обратная связь представителей университетов. Когда подавать документы, какое выбрать направление, когда подавать согласие на зачисление. На все эти вопросы эксперты КФУ Лайф регулярно дают ответы в прямом эфире. 5 июля в амфитеатре парка «Черное озеро» абитуриенты и их родители смогли побывать на трансляции и задать свои вопросы представителю Казанского федерального университета лично. Формат возник, наверное, потому что нужно переводить вот такие сложные процессы, которые присутствуют и преследуют выпускников школ из года в год, в какие-то неформальные игровые обстоятельства. В этот раз студенты смогли пообщаться не только с представителем университета, но и с его успешными выпускниками. В число спикеров вошли директор экстрим-парка «Урам» Мария Крюкова, куратор набережных Казанки Асия Гизатуллина, а также руководитель общественной приемной уполномоченного при президенте Республики Татарстан по защите прав предпринимателей Филипп Зарубин. Помню, в первую очередь, преподавателей. Многие пытаются их забыть, это не так. В моем случае это потрясающие люди, которые заложили толику ума в голову моих друзей, потому что... По крайней мере, на моем факультете были лучшие специалисты. То есть, например, у меня один из преподавателей писал Конституцию нашей страны, и так далее. То есть у меня были такого уровня личности, которые нужно брать за пример. В этом году планируется зачисление более 14 тысяч человек. Представители Казанского федерального университета регулярно публикуют всю необходимую информацию о поступлении в социальных сетях институтов КФУ. Найти запись эфира в ближайшее время вы сможете в наших социальных сетях, а также на сайте телеканала. Маргарита Михайлова, Хафиз Гараев, Универньюз.